микрорайоне Агёль сносят незаконные строения. Решение о демонтаже было принято прокуратурой и передано в администрацию Махачкалы. Данные участки находятся в собственности города. Они предназначены для строительства социальных объектов, школы и детского сада. Решение вопроса затрудняется тем, что дома на этих участках построены уже более 15 лет назад, и многие из них заселены.